Гастроэнтеролог может вылечить прыщи? Некоторые – да. Например, если у вас прыщи в основном в нижней трети лица, на спине, на груди или на ягодицах, это может говорить о том, что у вас есть холестаз и застой желчи. Не всегда, но на фоне улучшения состояния желчного пузыря и улучшения реологии желчи, вот это все у вас пройдет. Если у вас есть воспаление в кишке, если у вас пошла, например, токсическая желчь, и на лице просто стали появляться прыщи в целом, это тоже может говорить о воспалении, и, соответственно, при залечивании кишки это уйдет. Но, к сожалению, не только гастроэнтерология занимается кожными проблемами, все-таки основной врач для этого лечения – это врач-дерматолог. Чтобы помочь вам справиться с этой проблемой, я подготовила для вас бесплатный открытый урок. Чтобы посмотреть его, переходите по ссылке в описании к этому видео.